Нет, не в удобном месте я его поставил, конечно. Ах ты, Барли, вонючка, смотри, что делает. Тихо, тихо, тихо. О, молодец, убил его. Надо Брока это отомстить, Брока. Сейчас, 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 подождите, ребятушки. Так, ну ладно, я свою мортирку поставил, я сейчас... А, мортиру мою уничтожу. Да, Дуда, Дуда. Да, Дуда, плей. Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в Бравл Старс. И мы играем с командой. Команда, командная такая игра у нас будет сегодня. Играю с каким-то чуваком, японцем, не знаю вообще, откуда он взялся. Так, смотрим. У нас 5 команд. Вот. Так, мы что здесь, будем просто постоянно стоять, что ли, нет? Так, ладно, давай. О! Ё-моё, убили. Так, тихо, тихо, тихо. На, получай, вонючка, взрывайся. Где мой друг? А, ладно, сколько? Ноль, ноль, ну хотя бы ноль, ребятушки. Уже неплохо. Уже неплохо, уже нормально. Да, сейчас этот меня добавил ваш команду, какой-то чувак, не знаю. Так, давай поменяем бойца, я сейчас возьму, знаешь, кого? О, а мы сейчас Пенни, кстати, улучшим. Есть такая возможность, мы добавим ей здоровье для пушки, урон от пушки, здоровье прибавим и урончик от нашего выстрела. Улучшаем, а можно еще улучшить? Так, давай еще улучшим. Все, теперь улучшить мы не можем, мы его выбираем и играем. Поехали. А, не в сети написано, слушай, алло. Так, а ну-ка, выйти. Так, сделаем, знаешь, как затерянное столкновение мы делаем в парное. И будем играть с кем-нибудь, кто добавится. Я хочу уже в парное поиграть. Играю я с... А, добрый какой-то, добрый. Добрый, привет, добрый. Поехали, поехали драться, да? О, так, а ну-ка, у меня... О, давай, молодец, о, забирай, забирай. А ты что не забрал-то, алло? Так, ладно. О, Брок, вонючка, сейчас я его убью. Так, мне главное немножечко силы дать. А, где? Он убежал. О, вонючий Брок, я же говорю, что вонючка. На, получи звездулей. Динамайк. Так, нет. С Динамайком надо по-другому драться. Ох, меня чуть не убили, прикинь. Динамайк этот. Видишь, что он творит? Вот так вот Динамайк и делает, поступает. О, видишь, как он. Этот супер включил, меня убил. А, они вдвоем играют, что ли? Динамайк и этот Брок. Ёшки-маташки. А чё ж ты раньше-то медведя-то своего не вытаскивал? И куда ты пошел на рожон? Добрый. Алло. Подожди, пока я восстановлюсь здесь. О, и потерь пошли на этого дурачка. Да, не в удобном месте я его поставил, конечно. Ах ты, Барли, вонючка. Смотри, что делает. Тихо, тихо, тихо. О, молодец, убил его. Надо Брока это отомстить, Брока. Сейчас, 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 подождите, ребятушки. Так, ну ладно, я свою мортирку поставил, я сейчас... А, мортиру мою уничтожили. Так, ну все равно +3, +3, неплохо. Так, а я, получается, Пенни давал, да, очков? Угу. Знаешь, как поступим? Выберем тогда столкновение не парное, а одиночное. И сейчас я попробую поиграть за Пенни. Понять, вообще нужно было мне ее улучшать или нет. Прям. Я сейчас расплачусь. Надо было кого-нибудь другого мне улучшать. Ладно, посмотрим. Так, кто у нас тут? О! Вы чё, ребятушки? Вы чё, не знаете, что ли? А! Смотри, этот Эль Прима позабирал банки и упрыгал оттуда. Выпрыгнул, убежал. Вот это гаденыш. Как он некрасиво поступил. О, давай, я тебя сейчас убью. Так, во-первых, я поставлю мортирку. И буду тебя мочить, слушай. Так, куда ты стреляешь? Давай, иди сюда. Так, он Джеки, Джессику. Господи. О, это что за волшебник? Нафиг его. Пойду сюда куда-нибудь. А, сейчас знаешь, как сделать? Сейчас перепрыгну. И там вот эта чувиха бегает. Вот она. А я до тебя-то пришел, алло. Эй, блин, а зачем я там стоял, где все могут прыгнуть? Что-то я об этом не подумал.
Вот этот волшебник, смотри какой. Ну, его розочка, если уничтожит, это будет вообще фейл. Это как, это знаешь что? Это копатель, копатель. А что он не хилится вообще? Смотри, сколько он не бегает, он захилиться не может. Может, ему надо остановиться немножко, передохнуть? Что ты все бегаешь-то? Постой немножко, давай в кустики зайди. А, видишь, в кустах хилится в основном. Давай иди в кусты и хилься там. Во. Нет, он, смотри, не может... Не может стоять на одном месте, все бегает. О, сейчас он его убьет. Давай, давай, давай. Розочка или Альприма? Скорее всего, розочка выиграет. О, видишь, как она где встала и... Такое вот место интересное. Ах, смотри, сверхспособность у этого чувака просто быстро прыгать. Но далеко он не упрыгает, слушай. Его сейчас Роза убьет, и так ему и надо будет. Все, Роза его убила. Так, Альприма. Все-таки Альприма добил. Знаешь почему? Потому что он ходил и ничего не делал. Играла только, бегала, дралась Роза. На, ну что ж мне делать с этой Пенни? Давай посмотрим. Так, Пенька. На, получи, Шелли. О-о-о! Сейчас опять вот эти вот на меня будут. На. Так, а ну-ка. Сейчас немножко мы захилимся. Видишь, а у меня хилится сразу. Игрок стоит и хилится. Мне нужно мортирочку кто-то поставить. Ну, у нее мортиры слабенькие, короче, конечно. О, на, получайте. В кого-нибудь да я выстрелю. В кого-нибудь да я попаду. А, смотри, видишь, он стреляет. Ух ты, на мортиру. На, получи. Ах, нитка, вонючка. Ну, сейчас посмотрим, что она будет делать. Она, во-первых, мою мортиру уничтожила и пошла дальше. Какая она бесстрашная. Я вообще почему-то Нита не играю. Думаю, что это такой слабый игрок. Слабый герой достаточно-таки. А вот этому нужно где-то встать, вот где-нибудь вот здесь. Ну, я не знаю, зачем он так прыгнул, конечно. Все, у Ниты-то есть медвежонок. А, в смысле? Кто там? А, это мортира стреляет чья-то. Все, мортира была уничтожена, и уничтожен был, к сожалению, медведь. Ну, посидим. А, вон она где стояла. Давай, убивай Ниту. Ой, молодец, отбойный молоток. Ну, не особо сильный, конечно, отбойный молоток был, но уничтожен. Молодец, хорошо. Так, Пенни у нас что получает немножечко? А, жетонов она не получила. Ладно, ну, награда за место 6. 6 вот таких вот значков. Ладненько, играем дальше, смотрим, что будет интересного здесь. О, так, смотрим. Брок. На, вонючка, Брок, получай. Убегает, боится. На. Так. Ну, куда ты побежал? О, Брок, ты зря, конечно, сюда пошел. Да, надо было мне немножечко этот подождать. Ух ты, ё-моё! Убил меня. Вот я не люблю этого Брока, знаешь почему? Он какой-то нехороший боец. Он меня выбешивает. Ну, хотя он у меня есть. Может быть, за Броком не поиграть? Как не знаю. Сейчас, если что, я поиграю за Брока, посмотрю. Давайте, я поиграю за Брока. Ага, выходим. Сейчас возьмем... Ой, минус один кубок. Ну, ничего страшного. Возьмем сейчас действительно Брока. Где он у меня? А, вот он. А его можно улучшить, смотри. Ну, давай мы тебя улучшим. Почему нет? Ой, хорошо какой. Как хорошо мы его улучшили. Ну, давай, поехали. Поехали. Поиграем за Брока, посмотрим. Что-то я забыл как. Я в него давно-давно играл. А ну-ка. Кто там чего, кого? Это Брок, самонаведение. Есть, убил. На, убил. Слушай, что-то мне Брок стал нравиться. Так, вон, смотри, банка лежит. На. Давай, давай, мне супру надо, алло. Мне нужно супру. О, кто сказал во-во-во? Это Брок сказал во-во-во? Да ё-моё! Убили меня или нет? А, нет, я выиграл. В смысле? На меня налетел этот метеорит опять вонючий. А я оказался, что выиграл. Ух ты, прям вообще нормально мне. Ранг добавили, да еще и этой жетоны дали. Спасибо. В принципе, слушай, Брок, неплох.
Прям хорош. Он даже круче Леона в 100 раз. У него супер какой. Супер, который уничтожает, так сказать. Супер, который убивает. Так, что у нас тут? О, ты, прикинь, а как он так? Как он так сделал, что он именно в это место прыгнул? Сейчас я его убью, подожди. На, 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 на. Есть, есть. А, этот вонючий кольт. Сейчас я его, может быть, убью? Да, смотри. На, получай, гаденыш. Ох, он меня чуть не убил. О, пока-пока бегает. Так, ладно, я здесь постою немножечко. Мне бы супер свою развить, было бы хорошо. Тихо, надо, мне нужно отойти сюда немножечко. Так, пускай дерутся между собой, а я сейчас их поджарю. Смотри, что происходит, а? Все, столкновение. Давай, давай его супром уничтожу. Ох, я его убил, этого Пока, вонючку. Есть. Молодцы, я лучше всех, Брок, молодец. Так, слушай, я так и Брока полюблю, слушай, вообще. Играем снова за Брока. Мне сейчас Брок понравится, я вообще, будет у меня один из любимых игроков, героев, то есть. А, смотри, вон еще сверху Брок. О, Пенни, Пенни, Пенни. Пенни вонючка, сейчас я тебя убью. О! Смотри, за ней этот бегает. За ней, короче, это бежало. Тихо. На, получай. Тихо. О, видишь, я увернулся, хорошо. Да ё-моё, иди нафиг. Она меня сейчас убьет. Да прячься ты, алё, блин. Ладно, давай последим за Пенни. Брок, отомсти, пожалуйста, ей за меня. Видишь, вот эти выстрелы, она же постоянно идет, поэтому не очень эффективно. Когда цель убегает по диагонали где-нибудь, надо вот ровно где-то бежать. Тогда, может быть, возможно, ты убьешь его. А так, он по диагонали где-то бегает, конечно, он уворачивается постоянно. А вот эта Пенни мне нравится, она стреляет, как бы. И может сразу двоих этих самых бандитов убивать. О, видишь как, тысяч. Ох, да там еще куча бойцов, смотри. Офигеть. Ох, нифига, вот так ему надо было, Броку. Пошел в кусты. Он сколько стрелял за всю игру. Ну, пошел в кусты, не проверил, кто в кустах сидит. Да, притягалочка у него не сработала, сейчас тебе наваляет Эль Прима. Вот, Эль Прима навалял. И пошел себе спокойненько, вот видишь, спрятался. Ох, нифига тут, миньон какой. Все, и нахлобучил. Ха. Ну ничего страшного, 0 кубков. Ты что такое прям лицо сделал? Все хорошо, играем снова. Прям такое лицо сделал, Брок. Ну, не переживай. Все будет хорошо. Ага. Ну, сейчас поиграем, подожди. На, получай этот самый кольт. Ой, у меня убил кольт. Почему-то я подумал, что кольт все-таки меня уничтожит. Ну и так и произошло. Так и произошло. Ну ничего страшного. Последим за Джесси. Джесси это Джесси. Вот миньончик сейчас. Давай, кто кого. Видишь, здесь получается миньон посередине. И его мочат. Да, его уничтожили. Ну это понятно было. Сзади был, получается, Бул. Там, ну, в таких тисках он стоял, понимаешь? Стоял в тисках. Естественно, его бы убили. Вот, но его и убили. Так, Бул, что он будет делать? Ходит, смотрит. А там кто-то в кустах сидит. Стопудово, 100%. А, нет, смотри. Розочка что-то сидит. А, нет. Опа. Метеориты стреляют в хаотичном порядке. Ага, Розу сейчас немножечко подобьет. А Розе пофигу. Смотри, эти метеориты все уничтожают нафиг. Я не знаю, какая у них выжидательная цель такая. Стратегия. Выжидательная стратегия. Кто в тисках? Тот в тисках Булл. Вероятнее будет. Вот смотри, Булл в тиски идет. Не надо идти в тиски. Вот. Так, смотрим. Сейчас вот пока Йо в тисках. Поко. Вот сейчас Роза в тисках будет. Все. Все, Булл в тисках, да? Был в тисках Булл.
Пока выиграет, давай. Давай, Пока. Нет? Он, конечно, Пока не так, стратегия у него не такая была, которая нужна была. Ну что ж, дорогие друзья, а мы на этом будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайся на канал, пиши комментарий, я тебе передам привет в следующем ролике. Напиши, как тебя зовут. Всем пока-пока.